Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, которое посвящено открытию представительства главы Чеченской Республики в Республике Татарстан. И мы рады приветствовать на гостеприимной земле Республики Татарстан мэра города Грозного Хасмагомеда Шахмамедовича Кадырова. А также мы приветствуем мэра города Казани Ильсура Раисовича Медшина. Дорогой уважаемый наш брат Хасмагомед Шахмамедов, дорогие наши друзья, гости, я искренне рад всех вас приветствовать. Для меня большая честь, что мы сегодня открываем новую страницу наших братских взаимоотношений. Представительство главы Чеченской Республики, которого нашей республики, наш Раис Республики очень уважает, очень ценит, и нас связывают близкие дружеские узы долгие-долгие годы. Пусть это будет в добрый час, и пусть Всевышний бережет наши народы, нашу братскую дружбу. Спасибо. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемый друг. Брат Ильсур Раисович, от имени чеченской делегации благодарю вас и Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича за теплый прием. Сегодня вы выделили офис для представительства главы Чеченской Республики. Мы видим, как наши главы-руководители, какие теплые дружеские отношения у них и у наших народов. Поэтому для нас это очень важно. И передаю вам приветственные слова главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Я думаю, наши отношения с каждым днем будут крепнуть. Ахмат Сила, Аллах Вакбар. За значительный вклад в развитие и укрепление межрегиональных и межнациональных отношений между Чеченской Республикой и Республикой Татарстан благодарственными письмами главы Чеченской Республики поощряются Ильсур Раисович Медшин, мэр города Казани. По инициативе главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Таджи Кадырова, закуплен автомобиль, который вручается представительству главы Чеченской Республики в Республике Татарстан. Я хочу поблагодарить Ахматовича Кадырова, передать ему уважение в вашем лице всему братскому чеченскому народу за высокую оценку нашей дружбы, наших стараний. Передайте наш поклон, наше уважение, ждем в гости. А за спиной будут дружеские команды Ахмат и Рубин играть всегда в ничью. Или у вас выигрывать Ахмат должен, у нас Рубин, но побеждать должна дружба. Спасибо.